Документ касается целого ряда направлений, которые регионы намерены развивать вместе. В частности, это строительство нового Яблоновского моста и реконструкция Тургеневского, а также дорожный ремонт магистралей. Договор скрепили подписями губернатор Александр Ткачев и глава Республики Адыгея Аслан Хакушинов. Сотрудничать регионы намерены во всех сферах экономики и не только. Укрепление культурных связей, сохранение межнационального согласия – тоже важная задача, отметили руководители субъектов. Все эти годы мы работали рука об руку, реализовали вместе с вами немалое количество совместных проектов. Но самое главное, мы с вами сделали все возможное для того, чтобы люди, живущие по обоим сторонам реки Кубань, жили одной дружной семьей, в мире, согласии. Уверен, что эта активная совместная работа по всем направлениям позволит существенно повысить качество жизни людей как Краснодарского края, так и Республики Адыгеи. Конечно, за последние 7 лет многое изменилось. И изменилось с вашей подачи, с вашей поддержки. Потому что куда бы ни обратились, мы не говорим, что это какой-то другой субъект и какие-то особые взаимоотношения. Наоборот, как себе домой. И коллеги приезжают из Кубани, или мы приезжаем сюда, не чувствуется разницы. Мы поддерживаем друг друга, всегда поддерживали и будем поддерживать. Рады, счастливы, что находимся рядом и можем научиться многому, не выходя уже за пределы наших двух субъектов. Краснодар Аслан Хакушинов приехал с большой делегацией на встречу главы районов Республики Адыгея и руководителей министерств. Обсуждали в том числе сегодня вопрос расширения сотрудничества в санаторно-курортной отрасли, привлечения инвестиций, реализации крупных проектов, в том числе горно-климатического курорта Лаганаки. Адыгея всегда оказывала поддержку Краснодарскому краю. Так это было во время подготовки и проведения Олимпийских игр. Александр Ткачев поблагодарил всех жителей республики и правительства за гостеприимство и всестороннюю помощь. Аслану Хакушинову за вклад в укрепление межнациональных и дружественных связей между народами губернатор края вручил медаль «Герой труда Кубани».